теперь они полностью едут, контролируют мотоцикл исключительно своими ногами и, конечно же, практически в любой стране, и, конечно же, на главном, на главном.
свою крылку. Прямо сейчас увидите, будут нормальные вещи. И минус всего, он останавливает их нам, он приспал, потому что это крылк, он очень будет часто. Он не отдохнул на крылке, когда ребята покрыты, какие-то проблемы. Они часто покрыты, как его мотоциклы. И после того, как ребята начали выполнять эти трюки, все как конечно начинает меня. Теперь есть уже и наука, штука, и силовозы, и финансовые штуки. Просто много кристаллов. Всегда развивается спорта, всегда развивается. Я вот как уже говорил, что для меня это все так велико. Специально для вашего города.
64 года этому прекрасному, чудному месту. Я уже говорил сегодня, что я приехал в Владивосток. Очень много времени хотел сюда попасть. Итак, ну что? Павел Овсянников.